אנחנו נתמקד בהדרכה התורנית שכדרכה תמיד נוקטת את שביל הזהב למי שלומד אותה בצורה נכונה ורואה כיצד ניתן לשלב בין הדברים שנראים לכאורה כסותרים זה את זה ולאמיתו של דבר הם שבונים את נפש הילד בצורה נכונה. הורים רבים שואלים את עצמם ולפעמים גם את האחרים, אני לא מבין מה קורה כאן. הרי כשאני הייתי ילד, לא קיבלתי אפילו 10% ממה שהילדים שלי מקבלים ממני. מה זה בעצם קירוב? מה פירוש לקרב את הילד? ילד מודד את הקשר שלו עם ההורים, עד כמה ההורים מעניקים לו תשומת לב, חום, אהבה, וזה דבר שמאוד חסר בדור שלנו. זה כלל גדול בחינוך. אם בשעת הכעס שוכחים את האהבה ורק מטיחים את כל העצבים, התוצאה תמיד תהיה הרסנית. סקר שנערך בישראל לפני מספר חודשים פורסם הסקר הזה. לפי התוצאות, הורה ממוצע בישראל מדבר עם הילד או הילדה בכל 24 שעות לא יותר מ-15 דקות. Добрый вечер! Сегодня мы займемся темой воспитания детей. Ни для кого не секрет, что в наше время один из самых наболевших вопросов как для родителей, так и для учителей – это вопрос воспитания детей. И многие безуспешно ищут решение этой проблемы. Речь идет как о воспитании вообще, так и о дисциплине в особенности. Ведь ситуация с дисциплиной уже давно вышла за всякие рамки. Каким же образом мы сможем добиться положительной атмосферы во взаимоотношениях с детьми и одновременно хорошей дисциплины и послушания? Как вырастить душевно здорового, уравновешенного ребенка? Ведь крепкое душевное здоровье – это основа успеха в сфере воспитания. Подавленный, раздражительный ребенок. Ребенок, страдающий от постоянного и неоправданного страха. Ребенок с заниженной самооценкой. Такого ребенка нельзя считать душевно здоровым. И в таком ребенке невозможно посеять семена правильного воспитания. Только в уравновешенном, нормальном ребенке можно заложить основы правильного воспитания. Его можно всесторонне растить и развивать. Как же этого добиться? Мы сосредоточимся на путях Тары, которая всегда ведет нас по золотой середине. При условии, что человек правильно понимает указания Тары, мы разберем, как сочетать разные принципы, которые на первый взгляд кажутся противоречащими друг другу, но на самом деле именно они помогают правильно построить душу ребенка. Талмуд в трактате Синедрион утверждает: маленького ребенка пускай левая рука отталкивает, а правая приближает. Это фундаментальное правило воспитания детей. Азбучная истина, которую необходимо знать прежде всего. Левая рука отталкивает, а правая приближает. Левая рука – это слабая рука. Правая – сильная рука. И наши мудрецы нас учат, что отталкивание делается только слабой рукой, а приближение – именно сильной рукой. Получается, что для воспитания необходимо не только умение сблизиться с ребенком, но и умение иногда правильно отдалить его. То есть ребенок должен знать, что существуют правила, границы. Не все ему позволено. Не все, что он просит, надо ему разрешать. Но вместе с тем,
Для того, чтобы он вырос душевно здоровым, чтобы он полноценно развивался, нужны тепло, внимание и любовь. Мама, которая уважает ребенка, дает ребенку с намного большей силой, чем ставит его на место в нужный момент. Как правило, сильный, положительный, приближающий подход должен использоваться в отношениях с детьми. Это направление должно быть постоянным, систематическим. Сближение с ребенком, отдаление только в случае необходимости. И даже тогда, при соблюдении всех дополнительных условий. Что такое приближение? Что значит сближаться с ребенком? Многие родители задают себе и другим вопрос. Я не понимаю, что произошло. Ведь когда я был ребенком, я не имел и 10% от того, что получают от меня мои дети. Эти родители вспоминают, что их самих в детстве постоянно одевали в ношеные костюмчики. Если рвалась обувь, ее брали на починку к сапожнику, ставили заплатку на заплатку. Материальные условия были не ахти какие, и тем не менее, дети были привязаны к родителям, любили родителей, слушались их, атмосфера в доме была благожелательной, а сегодня мой ребенок получает намного больше всего. Игрушек, не говоря уж об одежде, компьютерах, все самое лучшее. И тем не менее, ребенок не чувствует, что я его люблю. Великая ошибка этих родителей в том, что они считают, что их ребенок измеряет любовь папы и мамы к себе количеством купленных для него вещей или их качеством. Но на самом деле это не так. Ребенок ощущает свою связь с родителями через уделенное ему внимание, тепло, любовь, все то, чего так не хватает в нашем поколении. На это есть множество объяснений. Правдивых не совсем. Но каждый родитель обязан сам с собой разобраться. Прикладывает ли он максимальные усилия для того, чтобы его связь с детьми, была достаточно интенсивной и достаточно сильной? Родители, которые слишком заняты на работе и поздно возвращаются домой, их дети весь день переходят от одной нянечки к другой, они почти не видят своих пап и мам, а когда те наконец появляются, они уже настолько выжаты, что у них просто нет сил заниматься своими детьми. Но зато их материальное положение вполне благополучно, как результат тяжелой работы родителей. И они получают сверх того, что им нужно. И тогда родители успокаивают и усыпляют свою совесть тем, что они ведь тратят большие деньги на детей. Мол, я ему столько покупаю, столько в него вкладываю, чего ему вообще может не хватать. Да, он все имеет, кроме папы и мамы. Именно то, что для ребенка важнее всего, нужнее всего. Внимание, понимание, тепло, ощущение собственной значимости, возможность выразить себя и увидеть искренний интерес к своему мнению. Вот чего ему не хватает. То, что ему все покупают, так ведь ребенок чувствует, что так положено. Послушайте, как он говорит. Моя кукла, моя коляска, моя машинка, моя игрушка, мой папа, моя мама. Он ощущает, что он в центре всего. Так он устроен. Он находится в центре всего мира. То, что папа и мама ему все это покупают, это же элементарно. Если они не купят, кто ж тогда ему купит? Он ощущает, что это их обязанность. Этими вещами он не измеряет их отношение к себе. Может, когда он вырастет, то оценит. Но, как показывает опыт, даже дети из очень обеспеченных семей выносят из детства воспоминания совсем не о материальном изобилии, которое их окружало. Обычно, когда взрослые люди погружаются в воспоминания о своем детстве, о чем они говорят? О ценностях. Когда я был маленьким, папа всегда говорил такую фразу. Вот что мы обычно слышим в таких беседах. Когда я был неправ, мама всегда говорила мне, и так далее. Какая-то мудрая пословица. Даже в устах простых, обычных людей, но что-то умное. Даже мудрецы Талмуда уважали народные пословицы и цитировали их. А некоторые родители говорили своим детям слова из Торы. Я много раз слышал от пожилых людей, с ностальгией воспоминающих о днях своего детства, что их папа повторял слова из молитвы «Конец дела в мысли изначальной». То есть, прежде чем что-то сделать, подумай хорошо. Я не помню, чтобы пожилой человек рассказал мне о конфетке, которую ему купили в детстве, или об игрушке, или наряде. В памяти остаются моральные ценности, жизненный опыт. Пускай каждый родитель спросит себя, сколько раз в день
Мой ребенок слышит от меня что-то поучительное. Но не когда я нервничаю и скандалю, не когда он что-то разбил, я выхожу из себя и обрушиваю на него шквал нотаций, а просто добрый совет отца, добрый совет матери. То, что он унесет в свою взрослую жизнь. В Израиле несколько месяцев назад были опубликованы результаты социологического исследования, которое показало, что среднестатистический израильский родитель уделяет своему ребенку в сутки не более 15 минут. Не более 15 минут. И это включая чисто бытовые разговоры, типа «Заканчиваю одеваться. Ты сейчас опоздаешь в школу. Где бутерброд? Ты его не забыл? Выпей воды. Кушай, пока не остыло». Это называется общение. Где же советы? Где же воспитание? Что этот ребенок возьмет с собой в жизнь? Покупки, подарки – это не тот критерий, которым дети измеряют связь родителей с ними. Это начинается с раннего детства и продолжается в отрочестве, когда ребенок уже понимает намного больше. Вот он приходит домой после садика, держа в руке свой лучший рисунок. Он бежит к маме. Мама только что вернулась с работы уставшая. Она должна еще много всего сделать по дому. И тут дитё подбегает и требует посмотреть, что она нарисовала. Как часто бывает, что мама, занятая мойкой посуды и прокручивающая в голове, что еще она должна успеть сегодня, бросает на ребенка беглый взгляд и лицемерно восклицает: «Красота! Красота!» Но ведь ребенок не так глуп, и многие родители убеждаются со временем, что они очень недооценивали уровень интеллекта своих чад. Дети располагают сверхчувствительными эмоциональными детекторами. Ребенок в такой ситуации способен промолчать и удалиться в комнату, оставив маму с ощущением выполненного долга. Но на самом деле, когда он удостоился мельком брошенного взгляда и дежурного выкрика «красота», в его сердце тут же могла возникнуть мысль: «Но ведь мама даже не посмотрела, что я вообще нарисовал». И что он на самом деле услышал от мамы? «Красота» или «Не мешайся мне тут под ногами». «Ты мне мешаешь». Ведь он почувствовал ее интонацию, ее выражение лица. «Я занята. Ты мне мешаешь». А слова – это просто маска. Да, можно сказать ребенку: «Подожди, я сейчас занята». Но, во-первых, нельзя слишком тянуть время. Во-вторых, надо уметь найти правильные слова. Можно сказать: «Я очень хочу посмотреть, что ты нарисовал. Мне очень интересно увидеть твой замечательный рисунок. Вот мне осталось еще домыть несколько тарелок. Я закончу и сразу подойду, и мы с тобой сядем и посмотрим твои рисунки». И действительно, мама спешит, заканчивает свою работу. И вот она вся в распоряжении ребенка. Выслушивает все пояснения. «Видишь, я здесь нарисовал кораблик. Здорово, красиво, замечательно». И даже если это продлилось всего пару минут, ребенок ощущает: «Мама меня слышит. Мама меня любит». Это в раннем возрасте, а в более зрелом, когда начинаются экзамены, рефераты, оценки, когда ребенок начинает высказывать свое мнение. Не всегда надо соглашаться с ребенком. Но даже когда мы хотим возразить ему, надо уметь это сделать. Иногда ребенок в возрасте 12-14 лет, а то и 10-8 лет, начинает высказывать какие-то нелепые требования. А его родители автоматически отталкивают их, а то и подсмеиваются и издеваются над его детской глупостью. Вместо того, чтобы разобраться, откуда взялась у него эта идея. И они совершенно не понимают, что сейчас они смертельно ранят душу своего ребенка. И этот рубец неизвестно, когда еще заживет. Ребенок должен получать отказ в уважительной форме. Большой еврейский авторитет в вопросах воспитания, рав Вольбе, лидер духовных наставников, с которым советуется по самым проблемным вопросам воспитания, пишет, что если родители отказываются принять мнение ребенка, они должны ему объяснить, в чем причина их отказа. И это не значит, что родители обязаны вступать с ребенком в переговоры, теряя при этом свой авторитет и позволяя ребенку кричать на себя. Конечно же, нужно сохранять пропорции между весом мнения родителей и их ребенка. Но нельзя свысока оглашать указы, отвечая ребенку на его «почему» словами «а вот так». Объясните ребенку. Даже если он не в состоянии понять вас, как минимум он усвоит, что отказ был обоснованным, а не своевольным.
Сочетание этих принципов. С одной стороны, ребенок получает от вас тепло, любовь, внимание, понимание своих потребностей, уважение. А ведь уважение – это основная потребность любого человека. Не случайно сказано в Талмуде: «Да будет честь ученика твоего дорога для тебя, как твоя собственная». Даже ученика. А ведь человек склонен сказать: «Кто кого должен уважать? Я его старше, а он ребенок. Это он пусть меня уважает». «Да будет честь ученика твоего дорога для тебя, как твоя собственная». Не просто уважение. Уважай его по принуждению, а пусть будет его честь дорога для тебя. Нужно правильное сочетание с четко очерченными границами. Что значит четкие границы? Как часто родители, подталкиваемые чувством любви и желанием сделать добро ребенку, приучают его с детства к отсутствию всяких границ. Все, что он хочет, ему дают. И еще при этом думают, что они ему делают добро, да, ими движут добрые побуждения. Но в реальности оказывается, что ребенок, которого слишком балуют, которому никогда не говорят: «Это запрещено, этого делать нельзя, это слишком дорого, мы не можем такое купить». Предположим, что его родители богачи и могут позволить ему решительно все. Результат такого воспитания будет мало чем отличаться от состояния ребенка, которого били. Эти две крайности ведут в одну и ту же точку. Оба этих ребенка, начав самостоятельную жизнь, не смогут преодолевать трудности. Оба будут страдать от комплексов. Избалованный ребенок привык, что все ему достается без усилий. Не надо трудиться и напрягаться. Но ведь не всю жизнь так будет продолжаться. Он еще убедится, что в этом мире совсем не так сладко. Кроме того, ему не будет хватать удовлетворения. Что, собственно, приносит человеку самое большое удовлетворение от сделанной покупки? Предвкушение. Чем больше человек ждал этого дня, тем больше будет его радость, когда он добьется своего. Ребенок, которому не нужно ждать, не успел он попросить, как ему сразу все несут, не испытывает ни радости, ни удовлетворения. Представим себе пару, которая еле дотягивает до конца месяца. И вот жена говорит мужу: «Не пришло ли время заменить наши занавески? Им уже 30 лет». Муж видит, жена права. Но что можно сделать, если денег не хватает? И вот они решают. Каждый месяц они будут откладывать в специальный конверт по 100 шекелей для этой цели. И вот проходит месяц за месяцем. Пока, наконец, после длительного ожидания, оба они отправляются в магазин занавесей, тщательно выбирают. И вот они сидят дома за обедом и смотрят на новые занавески. Какую радость они им теперь доставляют! Какое удовлетворение! А теперь давайте представим другую семью, богатую. Жена в разговоре бросает: «Надо поменять». Муж кивает, она звонит в компанию. На завтра же появляются рабочие и меняют им занавески. Через секунду они уже заняты другими делами, их уже не интересуют занавески. Они не ощущают ни счастья, ни радости, поскольку не надо было ждать. И если так устроены взрослые, то тем более эта схема работает в отношении детей. Однако ребенок, который растет с ощущением, что его просьба моментально исполняется, как будто бы он на кнопку нажал. Так, во-первых, доброта его родителей приведет их к совсем не тому результату, которого они хотели бы достичь, а как раз таки наоборот. Ребенку не будет хорошо. Он впадет со временем в тоску. Когда он увидит самостоятельную жизнь, он убедится, что мир устроен по-другому. Невозможно нажимать на кнопки и ждать, что все устроится само по себе. Этот мир требует усилий. И самое печальное, что в конце концов эти самые родители, которые так пеклись о своем ребенке все детство, становятся жертвами своих ошибок. Они потом расхлебывают эту кашу, потому что ребенок начинает ими манипулировать. Он начинает требовать. Он чувствует, что ему всегда все давали. Они-то думали, что если они ему столько сделали добра, то он будет это ценить. А выходит все наоборот. Если ребенок не учится еще и давать, если он не ощущает себя частью семьи, не знает своих обязанностей, не знает границ, запретных зон, не понимает, что не все можно купить, то в итоге он будет пользоваться своими родителями как инструментом удовлетворения своих прихотей. А если они попробуют сопротивляться, то он начнет командовать ими, обижать их. Я не раз слышал тяжелые признания из уст таких родителей, которые почувствовали себя в западне, но уже было поздно, как учили нас мудрецы. И пусть левая рука отталкивает, а правая приближает. Правая рука сильная, нужно сильно и много приближать, при этом не забывая, что ребенку нужны границы, ограждения, понятия, что можно и что нельзя. Но великий вопрос, который задают себе многие родители: когда ответить ребенку положительно, а когда надо отказать? Как я могу знать? Откуда я это знаю?
Дать ли ему то, что он сейчас у меня просит, или все-таки отказать? Рав Шимшон Рафаэль Гирш, который считался ведущим авторитетом в вопросах воспитания в прошлом поколении, установил замечательно четкие правила, с помощью которых мы можем разобраться в затруднительных ситуациях, позволять ребенку или нет, когда да и когда нет. Он пишет так. Давай своему ребенку и позволяй ему все, что в твоих силах, но при условии, что это не вредит ему ни физически, ни морально. Никогда не поучай ребенка и не запрещай ему ничего, когда ты раздражен и не вполне владеешь собой. Это к ребенку не имеет отношения. Не разрешай ему того, что в конце концов тебе придется запретить, и не запрещай того, что впоследствии придется разрешить. В этих кратких наставлениях скрывается много мудрости. Рав Гирш учит. Если ребенок просит чего-то, а ты сомневаешься, разрешить или запретить, проверь-ка, не нанесет ли ему это вреда. Например, его физическому здоровью. Или будет причинен моральный ущерб его воспитанию, его порядочности, его дисциплине. Если будет ущерб, то необходимо отказать. Но если никакого ущерба нет ни морали, ни ценностям, ни физическому здоровью, ни душевному, ни богобоязненности, ничего совершенно, то разреши ему. То, что сейчас ты поглощен газеткой, и тебе лень встать и достать с полки игрушку, которую он просит, это не повод отказать. Но вот если предвидится какой-то вред, скажем, для здоровья, для морального облика, иногда ребенок просит что-то, но надо ему отказать. Это непорядочно, так себя не ведут. А он на это. А почему тогда у всех моих друзей это есть? Почему только у меня нет? Надо ему объяснить, что в других семьях существуют другие подходы к воспитанию. Мы же имеем свою линию, и к нам в дом эта штука не войдет. Если ребенок с младенчества знает, что в его семье есть своя четкая линия воспитания, не то, чтобы ему все время отказывали и запрещали. Наоборот, ему стараются дать и разрешить все, что только возможно. И только в определенных случаях он натыкается на ограждение, только когда нет выхода. То есть, когда родители знают, что невозможно разрешить, и только тогда они запрещают, такой ребенок вырастет здоровым и воспитанным. И этот акцент, что когда мы уже решили, что необходимо отказать, ребенок попросил, и мы ему запретили, то надо стоять на отказе во что бы то ни стало. Пример. Начнем с раннего детства. Ребенок просит у мамы конфетку. Она ему дает. Он просит еще одну. Он просит еще одну. Пожалуйста. Он просит третью. И тогда мама вспоминает, что конфеты вредны для здоровья. И отказывает. Три конфеты – это вредно для зубов. Ты уже свое получил. Хватит. Но ребенок очень хочет. И тогда он начинает плакать. И это может произойти не только в доме, но и в магазине. Он ревет, ложится на пол, прохожие оглядываются. И мама думает, ну что такого, дам ему конфетку, лишь бы он успокоился. Это грубая педагогическая ошибка. Если ребенок усваивает, что с помощью давления он может чего-то достичь, так сегодня это конфетка, в 5 лет это игрушка, а в 10 лет это велосипед, в 15 лет это встанет вам в сотни тысячи шекелей. Ведь он привык, что даже если ему отказывают, это не значит, что отказ окончательный и бесповоротный. Это временно. Надо оказать давление, устроить скандал, и тогда можно получить все, что угодно. Так сегодня вам легко согласиться на конфетку, но что будет потом? Поэтому он пишет, что если мы сказали «нет», то надо стоять на этом отказе и быть последовательным. Понятно, что родители должны согласовывать свое поведение. Главное правило, которое надо помнить, даже если есть разногласия между родителями, пускай обсуждают их в спальне. При детях они должны быть полностью солидарны. Если папа считает так, а мама с этим не согласна, это не должно быть на глазах у детей. Можно обсудить потом. Если один супруг убедился в правоте другого и изменил свое мнение, то он вполне может выйти к детям и объявить. Я подумал над этим вопросом и обсудил его с мамой, и мы решили так-то и так-то. Но всегда родители вместе. Если он остался при своем мнении, пускай так и будет.
Конечно, в этом тоже есть свои границы. Надо знать, до какой степени уступать. Но совершенно ясно, что если родители желают добра своим детям, то они не будут устраивать при них ссоры по личным поводам. Это несомненно. Но даже если это как-то касается детей, надо быть очень осторожными во всем. И в том, что касается детей, и в том, что касается родителей. При детях у папы с мамой должно быть полное согласие. И надо отметить, что во многих семьях мы видим иную картину. При детях родители ссорятся, а у себя в спальне мирятся. А надо как раз наоборот. В спальне можно выяснять отношения, но при детях надо соблюдать спокойствие и демонстрировать согласие. Создавать теплую атмосферу, говорить комплименты, хвалить друг друга. И когда ребенок слышит, как мама хвалит папу за то, что он сделал по дому, а папа похвалил маму за вкусный обед, то это и есть самое лучшее воспитание. Личный пример со стороны родителей – это большое дело. Гораздо лучше всяких поучений. Можно читать нотации часами. Но стоит один раз показать дурной пример, и все разрушено. И также наоборот. Можно выстроить личным примером. В Талмуде комментируется стих из Писания «И было в дни, когда судили судьи». Спрашивается, ведь в Писании нет лишних слов. Почему тогда не написано «И было в дни судей»? Отвечает Талмуд. Здесь намекается на доручающее положение, в котором оказалось то поколение. Оказывается, эти слова можно прочитать иначе. И было в дни, когда судили самих судей. Люди тогда судили своих судей. Что тогда происходило? По рассказам мудрецов, если судья говорил подсудимому «вынь щепку из своих зубов», тот ему отвечал «а ты вынь бревно из своего глаза». Не успел судья сделать какое-то легкое замечание, как ему подсудимый говорит: «Это про меня-то ты такое говоришь? У тебя не щепка, а целое бревно. И не в зубах, где никто не видит, а прямо на глазу. Ты же меня хуже в 100 раз в этом вопросе». Личный пример очень важен в воспитании. Поэтому в Талмуде говорится: «Вначале исправься сам, а потом исправляй других». Это правильно, конечно, и в обычных взаимоотношениях с людьми, и тем более, когда речь идет о родителях и детях, об учителях и учениках. Тут мы затрагиваем еще одну болезненную тему. Отношения между учителем и учеником, между учеником и учителем. Здесь надо многое улучшить и исправить, но самое важное – это личный пример. Родитель может поймать ребенка, скажем, на вранье. Он спрашивает сына: «Ты уже сделал домашнее задание?» А тот занят своим лего. И он говорит: «Да», потому что ему сейчас совсем не хочется бросать игру. Когда у него еще будет возможность доиграть? И вот папа открывает тетрадку и видит чистый листок. Сын обманул. Тогда он берет сына на проработку и читает ему нотации, рассказывает ему истории про мальчика, кричавшего «Волки бегут!», пока ему не перестали верить. Даже когда волки и вправду прибежали, ребенок сидит и все это выслушивает. И вот, через несколько часов, папе звонит какой-то дядя по поводу вернувшегося чека, и это уже 5-й звонок. Он требует уплатить деньги, и сын случайно поднимает трубку и слышит: «Это Шимон, позови, пожалуйста, папу». А папе как-то не хочется общаться с Шимоном, и он подает знак ребенку: «Меня здесь нет». И ребенок говорит Шимону: «А папы нет дома». Так что на ребенка больше подействовало? Получасовая папина лекция или легкое движение руки, обозначающее, что меня нет дома? Ведь оно же разрушило абсолютно все папины поучения. Поскольку личный пример оказывает самое большое влияние. Поэтому, когда ребенок видит, что родители уважают друг друга, помогают друг другу, умеют похвалить друг друга, то он это впитывает. Мне рассказала одна учительница. Она работала какое-то время на юге страны, где много социальных проблем. И вот заходит как-то в класс. Это был 4-й класс. И в эту же секунду один ребенок бросает стул с одного конца класса в другой. А другой ребенок комментирует: «Ха, они ссорятся, как мои родители». Он привык к тому, что его родители ссорятся. Любой скандал вызывает у него ассоциации с его семьей. Жуть. Если он видит такой пример, к такому привык, что же будет, когда он женится? Он же будет себя так же вести по отношению к своей жене. Ведь это то, что он видел у себя в доме. Личный пример имеет важнейшее, решающее значение. Рав Гирш, которого мы уже упоминали, пишет, что однажды к нему пришла за советом мама. И она ему рассказала, что у нее родился ребенок. Ему уже исполнилось 2 месяца. И поскольку она слышала, что воспитание надо начинать в самом раннем возрасте, то у нее возник вопрос:
Не пришло ли уже время заняться воспитанием? Или, может, она уже опоздала? Ответил ей раввин: если ты действительно желаешь преуспеть в воспитании ребенка, ты должна была подготовиться к нему за 20 лет до того, как он появился на свет. Если ты сама хорошо воспитана, это уже начало воспитания следующего поколения. И снова вернемся к нашей теме. Границы и ограждения, которые формируют ребенка. Это те четкие границы, которые ребенок должен хорошо знать. Это можно, а этого нельзя и так далее. Сегодня, к сожалению, есть дети, которые в первый раз услышали слово «нельзя» в отделе по борьбе с подростковой преступностью. Если так сделаешь, будут проблемы с полицией. Но все остальное разрешено. Это полная противоположность воспитанию по Торе. Ведь Тора учит, что с раннего детства ребенку внушают: «не мсти и не злопамятствуй», без всякой связи с полицией. Вот это можно есть, а это не кошерно, нельзя. Так ребенок приучается к самодисциплине. Когда он видит у себя в доме, что его мама что-то попросила у соседки, а та не дала, несмотря на то, что у нее это имелось. Но неделю спустя той же соседке что-то понадобилось, и она приходит и просит. И мама ей дает эту вещь без всяких пререканий. И ребенок у нее спрашивает: ну ведь она же тебе тогда не одолжила. А мама ему отвечает: в Торе написано «не мсти», мстить запрещено. Так ты хотя бы ей сказала бы, что ты не как она, ты ей даешь. Тоже нельзя, потому что сказано «не злопамятствуй». Нельзя держать плохое в сердце, а потом выплескивать и обижать людей. Это очень трудно. Великий каббалист Рамхаль пишет, что в этих вещах Тора требует от человека быть почти ангелом, но человеку по силам этого достичь. Если человек вдумывается в истину, он может достичь высоких уровней. Тогда ребенок видит, что и без полиции нужно собой владеть. Я должен знать, что есть границы. Есть ограждение. Не все позволено. Это и с точки зрения ценностей Торы, и с точки зрения самих родителей, которые обязаны приучить ребенка. Если ребенок просит что-то купить, можно ему сказать: это дорого. Это дорого. И даже если родители богатые, могут позволить ребенку практически все, все равно ребенок должен слышать эти слова: этого мы не покупаем, потому что это очень дорого. Сегодня мы тебе купим вот эту конфетку, простую. Так ребенок приучится, что не все ему покупают и не все, что ему хочется, разрешено. И если он устроил дома беспорядок, то ни в коем случае нельзя, чтобы домработница за ним убирала, даже если она есть. Ты обязан. Конечно, когда мы требуем что-либо от ребенка, надо соразмерять это с его силами. Сказано в Талмуде, что Всевышний не приводит человека на испытание, если человек не может его выдержать. Каждому человеку Всевышний проявляет личное внимание, и трудности соизмеряются силами человека, с его окружением, с обществом, в котором находится человек, с его потенциалом. Каждая трудность, и большая, и повседневная, продумана Всевышним с учетом личных особенностей данного человека. Если такова линия Всевышнего с нами, не устраивать испытания, которых человек не может выдержать, то несомненно, что и мы по отношению к своим детям не должны делать им испытания, которые им не по силам. Невозможно потребовать от ребенка, который перевернул всю комнату, хотя он и виноват, чтобы он навел полный порядок, поскольку это выше его сил. Но в то же время неправильно, чтобы мама делала это за него. Поэтому она должна ему сказать: давай вместе наведем порядок, вместе поднимем, вместе поставим, так, чтобы он мог выдержать это испытание. И в то же время запомнил, что он здесь не царь, и прислуги у него нет, есть обязанности, есть задания, общее правило воспитаний – помогать ребенку. Но оставляя ему возможность преодолевать трудности самостоятельно. Ребенок, которому трудно делать домашние задания – тяжело. Можно ему помочь? Дать подсказку? Подвести к решению? Но неправильно сделать задание за него. Помогайте, но оставляя при этом ему место для работы. Ребенок, которого родители повсюду возят на машине, это дефект воспитания. Папа почувствует себя рано или поздно личным шофером сынка. Это неправильно. Помоги ему быстрее добраться в нужное место, но в то же время дай ему возможность преодолевать трудности самому. И так во всем. Давайте ребенку преодолевать трудности самостоятельно, но помогайте ему, если это выше его сил. Ребенок, который растет в такой атмосфере, зная, что есть границы и ограждения. Если папа или мама сказали «нет», то точка, незачем плакать. Так, в первый раз, когда ему сказали «нет», он пытался плакать и кричать. Во второй раз тоже кричать и плакать. На третий раз он уже будет плакать меньше. Не в третий, так в четвертый, не в четвертый, так в пятый, потому что он поймет, что плач ему не поможет.
И так постепенно он приучится, что незачем плакать, незачем кричать, все равно это ничего не изменит. Если мама сказала нет, то точка. И тогда создается положение, что в случае, если ребенку необходимо отказать, потому что это вредит воспитанию, здоровью и так далее, то в тот момент, что ему скажут нет, он спокойно повернется и уйдет. Он не будет пытаться упрямиться, не кричать, не плакать. И не надо опасаться, что его душе будет причинен ущерб. Потому что он знает, что у него есть папа и мама, который дает ему все, что только могут. Они любят меня. И я получаю от них много внимания. И тепла, и понимания. И если они все-таки сказали нет, то на это есть причина. Ну и что, что он не согласен? Но он все-таки знает, что есть объяснение, что запрет не был своевольным. Такой ребенок вырастет душевно здоровым. А крепкое душевное здоровье позволит посеять в нем семена правильного воспитания. Что такое крепкое душевное здоровье? Это правильная самооценка, отсутствие нервозности, отсутствие депрессий. С другой стороны, он не гордец, он не пытается возвыситься и управлять другими. Он готов к нормальному восприятию жизни. Это ребенок, который знает, что окружающий его мир приятен и красив, поскольку он растет в чудесном семейном гнезде. И вместе с тем, недопустима вседозволенность. Он знает границы и ограждения. Ребенок, который не знает этих границ, сам по себе начинает вырабатывать страх к окружающему миру. Ребенок, манипулирующий с родителями с раннего детства. Есть и такие дети, особенно если он родился после многих лет бездетности, его очень долго ждали, и тогда родители не могут ему ни в чем отказать. Они желают ему добра, но на самом деле они ему вредят. Ребенок, который привык, что даже если ему отказали, он может заупрямиться и надавить, и получить все, что ему захотелось. Такой ребенок сам начинает испытывать бессознательный страх перед миром. Ведь он видит, что его родители, которые по идее должны быть для него сильной опорой, не могут ему самому противостоять. Так как же он может противостоять этому миру? Если они не могут с ним справиться, так как же они могут его защитить? Но если он признает авторитет родителей, границы и ограждения, и вместе с тем получает от них тепло и внимание, тогда его душевное здоровье будет крепким. Есть замечательное высказывание царя Шломо, в котором скрыто много мудрости относительно воспитания детей. Говорит Шломо: воспитывая ребенка согласно пути его, даже когда состарится, не отойдет от него. Как-то раз я выступал с лекцией перед учителями одной светской государственной школы на юге Израиля. Это было в ходе вечера педагогического коллектива школы, на который собрались учителя и учительницы, учителя со стажем и начинающие. И темой вечера было воспитание детей в свете еврейского мировоззрения. Я задавал аудитории вопросы, они тоже задавали мне свои вопросы. И вот я поставил перед ними вопрос. Как работники государственного образования, как вы определяете цель израильского воспитания? Ведь прежде чем начать любую работу, человек должен вначале четко понимать, к чему он стремится. Так в чем цель воспитания? Когда мы можем сказать, что этот ребенок воспитан? Когда мы можем удовлетворенно похлопать себя по плечу и сказать: этого ребенка я смог воспитать? В чем состоит успех воспитания? Наступила полная тишина. Через минуту две один пожилой и опытный учитель ответил, что по его мнению, если ребенка смогли приучить к тому, что когда он получает какое-либо указание, он сразу бежит его исполнять, не припираясь, значит, цель воспитания достигнута. Тогда я его спросил: получается, что если ребенка каждый день били, пока он не усвоил, что надо беспрекословно подчиняться, то такой ребенок считается воспитанным. Мы добились успеха? Он ответил мне: ты прав, это не точное определение. Началось обсуждение, в конце которого я процитировал им высказывание царя Шломо: воспитывая ребенка согласно пути его, даже когда состарится, не отойдет от него. Первая часть этого изречения объясняет, как надо воспитывать. Попозже мы к этому вернемся в свете комментария Вильнинского Гаона, который спрашивает, что значит согласно пути его? Ведь надо было написать согласно пути твоему, ведь он еще ребенок, его путь запутан. Итак, здесь говорится, каким образом воспитывать. Вторая же часть этого изречения занимается целью. В чем состоит успех воспитания? Даже когда состарится, не отойдет от него. Старость – это такой период жизни, когда тот, кого воспитали, уже не находится рядом с родителями, которые его воспитывали. И то, что он поступает в соответствии с усвоенными им правилами, не обусловлено страхом перед родителями или учителями. Ведь их уже нет на свете. Он сам уже состарился. Как он будет себя вести тогда? В данном контексте старость – это только символ того возраста,
возраста, когда ребенок уже не находится рядом с родителями. Но это совсем не обязательно старость. В тот момент, что ребенок выслушивает наши поучения, принимает их и впитывает их, признает, что папа прав, мама права, учитель прав, учительница права. Это правильная вещь. Так стоит себя вести. Я это принимаю, я согласен. Вот это называется успех воспитания. Это обозначает, что ребенок будет придерживаться этого правила, даже когда родители его не видят. И это настоящий показатель. Как он будет вести себя на переменке? Как он будет вести себя наедине с друзьями, когда его не видят ни папа, ни мама, ни учителя, никто из взрослых? Как он будет вести себя тогда, если мы смогли добиться того, что и в такой ситуации он придерживается наших наставлений? Значит, мы достигли цели. Это успешное воспитание. Это воспитанный ребенок. Даже когда состарится, не отойдет от него. Как же этого достичь? Как добиться того, чтобы ребенок усваивал наши наставления, принимал их и следовал им, даже когда нас нет рядом? Только с помощью правила. Пусть левая рука отталкивает, а правая приближает. И убеждение. То же самое касается учителей. Смотря где, смотря в каких учреждениях. В Израиле, несмотря на то, что Министерство просвещения называется Министерством воспитания, главы Министерства воспитания вообще утверждают, что воспитание – это не их обязанность. По словам министра воспитания, воспитание – это не их обязанность. Получается, что необходимо поменять название. По-настоящему воспитание – это не образование, а прививание моделей поведения. Но в современном обществе почему-то образование называется воспитанием. Воспитание – это не образование. Это ошибка. Слово «воспитание» не относится к образованию, к передаче знаний. Но это то, что я прочитал в статьях так называемого Министерства воспитания. Они не стесняются писать такие вещи в официальных документах. Черным по белому там было сказано: работникам системы министерства не вменяется в обязанность воспитывать детей, а только передавать знания. Надо поменять название на Министерство передачи знаний. И это также вводит в заблуждение родителей. Ведь они считают, что раз их ребенок находится в ведении воспитательного учреждения, значит, там он получает воспитание. Но в большинстве израильских школ это совсем не так. Я неоднократно слышу от многих родителей, что в государственных школах даже не упоминают слова Тары «уважай отца своего и мать свою». Я там не учился и не работал. Это я слышу только от родителей, что в течение всего учебного года ни одного раза их ребенок не услышал этого изречения от учительницы. А почему, собственно? Если речь идет про светскую школу, так что, там нельзя даже упоминать слова нашей Торы, в которых содержатся общепризнанные моральные ценности? Возьмем для примера ребенка, который учится в традиционной еврейской школе и находится на уроке пятикнижия. Не на классном часе, заметьте. И вот он учит, что Моше встретил еврея, который бил другого еврея, и сказал злодею: «Зачем тебе бить ближнего своего? Зачем тебе бить ближнего своего?» И учитель объясняет на основе комментария Раши: «Ведь здесь не сказано, почему ты его бьешь в настоящем времени, а в будущем? Зачем ты его хочешь побить? Отсюда следует, что занесший руку, даже если не ударил, называется злодеем». Так ребенок учит на уроке Тары, что наши мудрецы объясняли, что тот, кто поднял руку на другого, называется злодеем, даже если он его не ударил. Кто его назвал злодеем? Тара. Ребенок, который знает, что Тору написал Бог, какую силу приобретает это наставление в его глазах? Такому ребенку не надо потом объяснять, что в школу не приносят перочинных ножей, финских ножей, японских ножей и всего остального, что мы замечаем за детьми в наших школах. Если то, что я слышал от этих родителей, правда, то я не понимаю, почему, собственно, в светской школе не пользуются советами Торы. Это грустно и печально. И каждый раз, когда публикуется то или иное исследование, которое показывает, что образовательный уровень учащихся средних школ в Израиле беспрерывно падает, а ведь в 60-х годах Израиль был на одном из первых мест в мире по уровню образования. Сегодня же мы в конце таблицы. Причем сейчас мы говорим об успехах в учебе. Не о воспитании, а о знаниях. Какой ответ дает Министерство воспитания? Мы назначим комиссию. Выделим бюджет. И вот уже общество успокоило. Назначается комиссия. Значит, проблема будет решена. Я же считаю, что большое значение
для достижения успеха в учебе имеет эффективность уроков. А это уже зависит от дисциплины и воспитания. А вот Министерство воспитания почему-то не видит этой связи. Поэтому великое правило в воспитании, даже когда мы ругаем ребенка и хотим его наказать, это должно быть из любви к нему. Если учитель в течение большей части урока делает замечания: сядь на место, не ходи по классу, иди к директору, выйди из класса, войди в класс. Почему ты разговариваешь? Не мешай другим, не делай. Ну и сколько у него остается времени для преподавания предмета? А всякие записочки, которыми прибрасываются во время урока? Сегодняшние исследования показывают, что присутствие девочек пагубно сказывается на способности мальчиков сконцентрироваться на уроке. Раньше это была запретная тема. Считалось, что в современной школе мальчики и девочки должны быть вместе. Но ведь это плохо сказывается на успехах в учебе. В США провели эксперименты, перевели детей в отдельные классы. И в результате успехи девочек выросли, потому что они стали чувствовать себя увереннее в классе. А успехи мальчиков выросли, потому что они смогли сосредоточиться на учебе. Но если кто-то скажет это вслух, ему заявят: ты не современный человек, ты хочешь вернуться в средневековье. За эти заблуждения мы все расплачиваемся. Ребенок, который отсутствует на уроке. Исследования показывают, что многие дети не ходят в школу, потому что они боятся насилия на переменках. До сих пор мы говорили, сколько времени остается в школе на учебу. Но дети вообще пропускают школу, потому что боятся других детей. Им кто-то вчера угрожал. И он не уверен в том, что случится завтра. Иногда ребенок признается родителям, а в другой раз он говорит, что у него болит голова или живот. И мама наивно верит. Исследования говорят о шантаже и угрозах, которыми наводнены светские школы. И не только старшие классы. Даже в младших классах есть шантаж и угрозы. ההבדל הגדול בין התקופה של פעם לתקופה של היום, שהיום אנחנו חיים בעולם הרבה יותר חומרי. פעם לא היה חומר, היה חושך זה לילה, הולכים לישון, קמים מוקדם בבוקר ואור זה יום, הולכים ללמוד. לא היה את המושג טלוויזיה, אם היה טלוויזיה זה היה בתשע בערב נגמר. חגים, הרגישו יותר פחגים, הייתה יותר מודעות. הכל היה נראה אחרת, לא מתעסקים עם החומר. היום בשעה 12 מקבלים מחשב, זה במקרה הטוב. לא יכולים לקום בבוקר לבית הספר. הכל זה עניין של חומר. רק החומר מדבר. Тем не менее, сегодня мы тоже видим, что есть разные родители. Есть еще нетронутые уголки. Семьи, в которых есть границы, есть ограждения. Не все они согласны занести в свой дом. Они следят за своими детьми, чтобы те не спутались с плохими товарищами. Многое зависит от школы, в которой учится ребенок, кто его окружение там, кто его друзья, что им разрешают дома смотреть. Предположим, вашему ребенку запрещают смотреть непристойные вещи, но он приходит в школу и слышит от своих товарищей всякие рассказы, а дети вообще-то подражают тому, что они видят в фильмах. Сколько детей погибло, пытаясь повторить увиденный ими по телевизору акробатический трюк? Им кажется, что реальность и телевизор — это одно и то же. Но я утверждаю, что и сегодня все в наших руках. В руках каждого родителя. Родитель должен чувствовать ответственность за детей, за семью. Это в его руках. Да, сегодня это намного труднее, потому что давление окружающей среды намного сильнее, и человек чувствует зависимость от общества. Но наши мудрецы уже сказали: умный, его глаза смотрят вперед. Живая рыба, как известно, плывет против течения. А мертвая рыба несется течением реки. И налево направо. И налево направо. Но вот живая рыба плывет против течения. Человек должен знать, что даже если течение общества несет его в одну сторону, а чтобы добиться пользы для детей, надо плыть в другую сторону, нужно противостоять этому течению. Поэтому нужно обратить внимание на несколько пунктов. Во-первых, в какой школе учатся твои дети? Подойдите к выбору школы с предельной осторожностью. Когда вы выбираете школу, вспомните о том, что в этом месте дети будут находиться как минимум полдня. И там на них оказывается влияние еще больше, чем дома. Поэтому нужно поставить акцент на месте, где ребенок учится. Приобретает ли ребенок в этом месте моральные ценности, ценности Торы или только сухие знания? Какие дети принимаются в эту школу? Любой ребенок с улицы туда попадает автоматически? Или там существует какой-то отбор? Конечно, у каждого еврейского ребенка есть святая душа. Но тем не менее, есть дети, которые могут повредить окружающим. Ты не обязан оставлять своего ребенка в обществе детей, которые могут на него дурно повлиять. Иногда стоит даже поменять место жительства. Это непросто, нелегко,
Но ради детей стоит удлинить поездку на работу еще на полчаса. Зато ты уверен, что дети пришли со школы и пошли играть во двор с хорошими ребятами. Так лучше принести определенную жертву сейчас, чем ждать, пока ребенку не будет 15-16 лет, и вдруг папа хватается за голову. Что теперь делать? До чего мы докатились? А поезд уже ушел. Если говорить о подростках этого возраста, тут есть свои правила. Главное – сохранять хорошие, дружественные отношения. То есть не вступать с ними в склоки и в открытые столкновения. Ребенок в таком возрасте может восстать. И у него будет объяснение, что это его папа виноват, это его мама виновата. Надо поддерживать теплые отношения, но все-таки из-под воли, давая ему воспитание, ненавязчиво уча его жить. Есть также проблема, что подростки могут влиять на младших братьев и сестер. Здесь надо знать, как их разделить, чтобы не было дурного влияния. Но с другой стороны, чтобы была семейная связь. В этой сфере нет простых рецептов. Надо советоваться со специалистами. В каждом отдельном случае есть свои методы. Как-то я давал лекцию в Бершеве, и одна мама мне там сказала. Я уже слышал подобные слова от многих людей, но она просто особенно живо выразила эту идею, поэтому я про нее вспомнил. Так вот, она рассказала мне, что у нее трое детей, 16, 14 и 12 лет. И почему, собственно, она пришла на мою лекцию? По ее словам, их семья дошла до состояния, когда ее функция в доме – устраивать ресторан. А функция папы – быть автоматом по выдаче наличных. Коротко и ясно. Я не мог остаться равнодушным, слыша такие слова. То, что другие рассказывают часами, эта женщина сформулировала двумя словами. Моя функция в доме – ресторан. Приходит ребенок. Я обязана ему подать еду. Если ему она не понравилась, я тут же должна сварить что-то другое. А если нет, то террор. Я ничего не могу попросить, ничего не могу сказать. Мои слова ничего не весят, ничего не стоят. Мой муж – это банковский автомат. Когда детям нужны деньги, они подходят к нему, требуют денег и все. Он ничего не может им сказать, ничего не может потребовать. И она потрясена тем, что творится у нее в доме. И это проблема многих семей в Израиле. И про такое сказали наши мудрецы, умный, его глаза смотрят вперед. Кто умный? Тот, кто думает о последствиях. Если мы правильно воспитываем ребенка с раннего детства, мы избавляем себя от многих проблем в будущем. Что такое правильное воспитание? Это четкие границы и ограждения вместе с теплом, любовью и вниманием. И еще одно правило, указанное в Талмуде. Так сказал Всевышний, я сотворил дурное начало в человеке, я же сотворил для него приправу, Тору. Что значит приправу? Тут же не про кулинарию говорится. Что значит сотворил приправу Тору? Объяснение таково. Говорит Всевышний, я сотворил дурное начало, я его творец. И есть у этого дурного начала своя задача. Какая? Говорит книга Зоар, что целью творения было сделать добро сотворенными, но не в качестве бесплатной подачки, поскольку это не настоящее добро. Тот, кому дают милость, не стыдится этого. Поэтому Всевышний сотворил человека с дурным побуждением. И когда человек борется со своими страстями, следуя инструкциям того, кто сделал этот мир, то он получает награду заслуженно, а не как милостыню. Так у дурного побуждения есть задача, но нам трудно с ним бороться. И тогда, говорит Всевышний, я его создал. Я сотворил вирус, но я же сотворил и антивирус. Я сотворил приправу для него, Тору. Там не говорится, что надо уничтожить дурное начало, а что надо его как бы приправить, направить в положительное русло. Как можно направить наши страсти в полезную сторону? Сама по себе учеба – это как бы приправа. То есть, к примеру, если говорить о кастрюле с мясом и овощами, все ингредиенты хорошие. Но если не положи в нее соли и приправ, то это блюдо невозможно будет кушать. Сама по себе учеба – это как бы приправа. Соль и приправа дают вкус, улучшают все остальное. Получается, что задача дурного побуждения хороша, когда есть учеба Торы, которая уподобляется приправе. И это просто чудо видеть, какое влияние оказывают на ребенка ценности Торы, если он их изучает. При этом я не утверждаю, что дети, которые учатся в религиозных школах, становятся ангелами. Дети есть дети, они везде ссорятся. Дети есть дети. Но вопрос, каковы количество и качество этих ссор? В этом вся разница. גדלו עם ערכים מסוימים עד עכשיו, עם שיטת חינוך אחרת, עם הסתכלות אחרת. וההורים למעשה חוזרים כרגע בתשובה. מה שאתה, בגדול מה שאתה אומר, כאילו ההורים האלה כרגע בעונש.
כי לשיטתך, כל מה שאמרת עד עכשיו זה איך לחנך את הילד מאז שהוא נולד, איך שהוא גדל. יש פה בעיה של ילד בוגר, ילדים בוגרים, עם הורים שחזרו בתשובה, והילדים האלה לא כל כך חזרו בתשובה, אלא מנסים, או שלא, מה? איך מסתדרים העניין הזה? Да-да, я уже говорил ранее, что в каждом конкретном случае надо советоваться со специалистами. Если ребенок вырос в светской атмосфере, а потом его родители поменяли образ жизни, то эти родители, конечно же, должны проявлять понимание к детям, причем намного больше, чем в том случае, когда ребенок, выросший в религиозной семье, начинает отходить от еврейского пути. Ведь ребенок вырос по-другому, и вдруг его родители изменились. Несомненно, что проявление понимания к его положению должны быть очень сильными и частыми. И нужно поддерживать теплую и доброжелательную связь с детьми, обращаясь всегда только к их разуму, объясняя им происходящее. Нельзя ни в коем случае давить на детей, заставлять их. Надо, конечно, уметь говорить с подростками, уметь им объяснить, уметь их направить, но ни в коем случае нельзя допускать разрыва семьи. Общее правило таково. Даже когда мы делаем замечание или выговор ребенку, это должно быть из любви к нему. Это великое правило воспитания. Ребенок, который чувствует, что родители на него злятся, что они жестоки к нему, вырабатывает в себе ненависть. Равольбе пишет, что не раз к нему приходили родители с вопросом, почему их ребенок ведет себя так закрыто? Ведь я же его так люблю, я его папа, я его мама, я так ему хочу все дать. Почему же он не может прийти и открыться нам, рассказать нам о своих проблемах? Ведь мы же ему поможем, мы же ему желаем добра. Зачем же он ходит советоваться со своими друзьями? Ведь они же такие же несмышленыши, как и он сам. Чем же они могут ему помочь? Ну почему же он не хочет говорить со мной? Спрашивают многие родители. И тогда, пишет Равольбе, я всегда им задаю один вопрос. Когда этот ребенок был маленьким, вы его били? И ответ всегда да. Так вот, ребенок, которого бьют, и он чувствует, что его бьют жестоко, когда вырастет, будет бунтовать. Это похоже на пружину. Чем больше давить на пружину в начале, тем сильнее она потом взлетит вверх. То же самое с ребенком. Чем больше в раннем детстве он сжимается под давлением из-за насилия и боли, из-за жестокого обращения, ему некуда бежать от своих родителей, тем сильнее, когда он достигнет определенного возраста, он будет воевать со своими родителями. Ведь в его сердце развилось чувство ненависти, злобы, вражды. Причем его отец думает, что он всего лишь воспитывал ребенка. А на самом деле он посеял в его сердце семена вражды и злобы. Ребенок уверен, что родители его ненавидят. Так как же теперь этот отец хочет, чтобы его сын с ним советовался? Неужели он будет советоваться со своим врагом? Он пойдет к тем, кого он считает своими друзьями. Поэтому великое правило в воспитании, даже когда мы ругаем ребенка и хотим его наказать, это должно быть из любви к нему. Мы уже упоминали, что цель воспитания, даже когда состарится, не отойдет от него. Почему так важно помнить о цели? Потому что когда мы знаем, в чем наша цель, то даже когда нам хочется сказать или сделать что-либо, мы должны себя спросить, то, что я сейчас собираюсь сделать ребенку, действительно приведет к поставленной цели? Или наоборот? Или наоборот? Смогу ли я таким образом достичь главной цели? А цель в том, чтобы ребенок усвоил нормы, принял их, стал солидарен с ними и вел себя согласно нормам даже тогда, когда меня нет рядом с ним. Поразительно видеть, как подобные мысли за какие-то секунды резко меняют поведение родителей. Только что я решил ему сделать так-то, и вдруг я резко меняю направление, потому что я понял, что это был просто всплеск эмоций. Равольбе пишет, что родитель, бьющий ребенка, должен четко ответить себе на вопрос, зачем он это делает. Спросите его, зачем. Он скажет, я его воспитываю. Но если покопаться хорошенько, то выяснится, что он ему мстит. И тогда родитель бывает потрясен. Как это? Я мщу своему ребенку? Не может быть. Но ты же обижен. Твоя честь затронута. Он тебя оскорбил. Он не сделал того же, чего ты хотел. И ты его бьешь. Ты ему мстишь. И называешь это воспитанием. Любое наше действие по отношению к ребенку должно быть продумано. Действительно ли оно приведет к достижению цели? Поможет ли оно ребенку принять и усвоить наше наставление? Поэтому великое правило объяснять ребенку. Речь – это мощнейший инструмент воздействия на ребенка. Мудрецы говорят, что женщины получили более развитый дар речи, чем мужчины. И это подтверждается современными научными исследованиями, что левое полушарие головного мозга, которое отвечает за речь, больше задействовано у женщин. Почти не бывает невнятно говорящих женщин. Девочки начинают говорить раньше, чем мальчики. Также по Каббале женщина в духовных мирах находится слева, и это совпадает с данными современной науки. Женщина по Каббале соответствует сфере силы преодоления, которая находится слева, а мужчина — сфере силы влияния, которая находится справа.
В лекции о супружеских взаимоотношениях мы поговорим об этом подробнее. Так вот, женщина получила более развитый дар речи, потому что для воспитания детей нужно много разговаривать. И поскольку дети большую часть времени находятся с мамой, то она больше занимается их воспитанием. И мужчины должны в этой области учиться у женщин, что для воспитания детей требуется много разговаривать, меньше диктовать. Мы сегодня так привыкли, что все делается с быстротой молнии. Есть микроволновые печи. Раньше требовалось время, чтобы сварить обед, а сегодня вытащила из холодильника, засунула в микроволновку и через пару минут уже готово. И вот так мы привыкаем, что все делается быстро. И технологические новшества, которые делают нашу жизнь удобнее, не должны ни в коем случае приучать нас к тому, что во всех областях жизни можно так же быстро добиваться результата. А ведь это влияет на нашу психологию, приучает к быстрому исполнению желаний. И мы уже ждем того же самого от детей. Я сказал, тут же должно быть сделано. А если нет, то побью. Это ошибка. Ты сам можешь мгновенно измениться. Мы, взрослые, умеем быстро исправляться. Так почему ты ожидаешь от ребенка, что он сию секунду изменится? Мы, взрослые, знаем больше его. Он еще новичок в этом мире. Рав Вольбе говорит, то, что для тебя является истиной, проверенной годами жизненного опыта, для ребенка является непонятным приказом. Он недавно пришел в этот мир, он еще только знакомится с ним. И ты сердишься на него, а не на себя. К себе-то ты относишься снисходительно, а вот ребенка ты почему-то понять не хочешь. Когда мы стремимся понять ребенка, говорим с ним долго и много, а царь Шломо в книге Мишлей дал нам замечательный совет, как говорить с ребенком. У меня есть брошюра, в которой я собрал все изречения из книги Мишлей относительно воспитания. Это в высшей степени полезный для каждого из нас материал. Здесь изложены все правила воспитания детей. Так вот, в частности, первый пасук 3 главы говорит так. «Сын мой, не забывай учение мое и заповеди мои, пусть хранит твое сердце». Так царь Шломо начинает поучать своего сына и продолжает. «Ведь долгие дни и годы жизни и мира прибавят тебе». Глава 4, 10 пасук. «Слушай, сын мой». «И прими слова мои, и умножатся годы жизни твоей». Глава 7. «Сын мой, храни слова мои, и заповеди мои спрячь в себе, соблюдай мои заповеди и живи». Глава 8. «Теперь, дети, послушайте меня, и счастливы хранящие благословение, ведь тот, кто нашел меня, жизнь он нашел, и вызывает он благоволение Всевышнего». Вот несколько пасуков из книги Мишлей. Что их всех объединяет? Между этими изречениями есть много текста. Это я их собрал в одном месте в своей брошюре для того, чтобы проанализировать, что в них общего. Во-первых, слово «сын мой». Если не сказать «сын мой», то непонятно, с кем ты разговариваешь. Слово «сын мой» выражает любовь отца к сыну. «Ты мой сынок, я люблю тебя». Это первый момент, на котором здесь стоит акцент. Второй момент. «Тебе же будет хорошо, ты от этого выиграешь. Нашедший меня, жизнь он нашел. Ты же от этого выиграешь. Ведь долгие дни и годы жизни и мира прибавят тебе». Это важное правило воспитания детей. Если мы хотим что-то сказать ребенку, если скажем, мама обращается к нему с такими словами: «Я не хочу больше делать все сама, ты обязан мне помогать». Что же она ему говорит? «Мне надо, чтобы ты работал. Кому это нужно? Мне это нужно». И тогда ребенок думает, ну и зачем он должен работать на других? Но если смысл слов мамы другой, это для твоей же пользы. «Ты мой сын, я люблю тебя. Беспорядок в комнате, к которому ты сейчас привыкаешь, повредит тебе потом. Ты ничего не сможешь найти. Вспомни, как позавчера я тебя попросила положить вещи на место перед сном, а ты не послушался. В результате утром сколько времени ты потратил на поиски и опоздал в школу? На прошлой неделе ты искал свой карандаш, помнишь?» Причем не надо слишком сильно муссировать эту тему. Главное показать, что это говорится для его пользы. «Ты мой сын, я люблю тебя, я хочу, чтобы тебе было хорошо, и ты же от этого выиграешь». Это два главных момента в беседе с ребенком. Вот это ход действий, который действительно приведет к цели. Даже когда состарится, не отойдет от него. Ребенок понимает, что его мама права. «Ведь на прошлой неделе я ее не послушал, и вчера тоже не послушал, и в обоих случаях я об этом пожалел». Может, и сейчас тоже он не послушает, но на следующей неделе он вспомнит об этом и так, пока постепенно не примет эту норму. Вот это критерий успеха. Ребенок должен расти с чувством уверенности в себе, должен знать, что у него есть способности. Если же мы видим, что ребенок испытывает страх, и это не стеснительность, а отсутствие уверенности в себе, то его надо воспитывать двумя путями. Во-первых, поднять его самооценку с помощью речевого контакта. Хвалить его. Во-вторых, давать ему небольшие задания, с которыми он вполне может справиться. Вначале это может быть задание типа «пойди, пожалуйста, к соседке и попроси у нее пару яиц». Даже если это не очень требуется. И он приносит. В другой раз ты его посылаешь в магазин и так далее. Но за все это его надо похвалить, поддержать. Внушить ему уверенность в себе, порадоваться за него. Надо также разобраться, почему не уверен в себе.
Может, есть какой-то мальчик, который не дает ему жить, издевается над ним, и он чувствует, что не может себя защитить, а его родители не понимают, что происходит. Не раз в газетах писали про детей, которых использовали их сверстники. Даже свои бутерброды они отдавали им, а родители ничего не знали. И это продолжалось месяцами. Им угрожали, что если они расскажут взрослым, то мы тебя за это убьем. И это делали дети в третьем классе. Страшные вещи, наркотики, насилие. Вот что творится в системе общего образования в Израиле. Опросы показывают, что самое опасное место для ребенка сегодня – это школьный двор. Переменка – самое опасное время. Я видел заголовок в газете. Израиль на первом месте в мире по насилию среди подростков. Каждый год создаются комиссии, они публикуют выводы, их притворяют в жизнь. А на следующий год говорят, что это не помогло, надо придумать новую идею. Я слежу за этими событиями. Один раз они придумали, что в каждой школе надо выделить комнату с боксерской грушей. И разбушевавшегося ученика надо отправлять в эту комнату, чтобы он истратил там свою энергию. Однако вскоре выяснилось, что из этих комнат дети возвращаются натренированными и потом умело бьют своих учительниц. Патент не сработал. Тогда они решили, давайте поставим камеры слежения во дворе школы. Сегодня в каждой школе уже представлен специальный полицейский. Он присутствует на педсовете наравне с учителями и директором. Он уже часть коллектива. Истинный размах насилия никому не известен. Но достаточно данных, которые просачиваются в прессу, родителей, которые все-таки жалуются, несмотря на попытки школ замалчивать это безобразие, поскольку ни один директор не хочет, чтобы его школа была дурное имя. И так они все заметают под ковер, а потом в Министерство воспитания возмущаются, почему все эти факты скрываются. Начинаются расследования, но многое все же удается скрыть. Так что не надейтесь, полной правды об этом явлении израильская общественность совершенно не знает. Но достаточно того, что все-таки просачивается наружу, чтобы понять, в каком ужасном положении находятся наши дети. Я считаю, что есть только одно средство, если никакие комиссии не помогают. Если, скажем, какая-то вещь поломалась, ты хочешь ее починить, кому ты обращаешься? К изготовителю. Вот и в нашем случае. Давайте обратимся к тому, кто сделал человека. У нас есть проблемы с воспитанием детей. Что делать? Сказано в Талмуде. Я сотворил дурное начало в человеке. Я же сотворил для него приправу. Тору. Если все-таки в школьные программы будут внесены какие-то еврейские ценности, что здесь такого? Ведь мы же все евреи. Почему светская школа не признает нашего наследия? Разве Тора принадлежит только религиозным? Она относится к светским точно так же. И они тоже могут пользоваться ее советами. Если родители будут добиваться, ведь речь идет об их собственных детях. Если родители обратятся в инстанции и будут требовать, чтобы общеобразовательная система учла их пожелания, это поможет. Если пойдет инициатива снизу, это возымеет действие. Сегодня уже созданы для этого условия, уже начался сдвиг, уже вводят какие-то еврейские ценности в израильских школах. Я это приветствую, но, к сожалению, этого мало и уже слишком поздно. Нужно укрепить это движение. И чем больше будут вводиться еврейские ценности, о которых мы уже говорили, кто могуч? Тот, кто побеждает свою страсть. Кто богат? Тот, кто радуется своей доле. Вместо того, чтобы воспитывать в потребительском духе, приучая детей к тому, что они должны извлечь из этого мира максимум удовольствий, ребенок, который привык думать, что смысл его жизни только получать кайф, когда возникают трудности, не знает, как с ними справиться. Его не научили, что могуч тот, кто побеждает свою страсть. Что все, что делает Всевышний, это для блага человека. Если весь смысл жизни только в том, чтобы кайфовать, то в момент, когда удовольствия прекращаются, люди не знают, зачем им теперь нужна жизнь. Доходят до самоубийства. Подростки кончают жизнь самоубийством, потому что их не подготовили к трудностям жизни. Если бы их приучили, что жить надо не ради удовольствий, и не то, чтобы Всевышний запрещал получать удовольствие. Творец в действительности хочет, чтобы человеку было хорошо и в этом мире, и в будущем. Еврейский подход состоит в том, что предназначение заповедей – обуздать страсти человека и заключить их в четкие границы. И все это для того, чтобы человеку было хорошо и в этой жизни, и в его вечной жизни, после 120 лет. Даже современные исследования показывают, что настоящее «я» человека – это его душа. Человек — это не тело, это душа, это его самосознание. Тело — это всего лишь оболочка. Разве об этом говорят в школах? Разве детям объясняют, что такое тело и что такое душа? Разве с ними говорят о настоящих ценностях, о фундаментальных вопросах, которые у них возникают о сути жизни? Недавно по этому поводу выступил президент. И надо отметить к его чести, что он не побоялся сказать правду, что ребенок, посещающий государственную школу, растет без свободы выбора пути.
Потому что ему показывают только один подход к жизни. Он не знает о других подходах. Религиозный человек, конечно же, осведомлен о светском образе жизни. Ведь все мы живем в одном и том же мире и знаем, что такое светская жизнь. Но вот ребенок, растущий в светском окружении, не знает, что происходит в религиозном мире. Максимум получает отрицательную информацию из СМИ. Он думает, что все религиозные – это хулиганы, метающие камни в субботу по проезжающим машинам. Это все. Знает ли он о еврейских ценностях? Объяснял ли ему кто-нибудь, что такое иудаизм? Надо хорошо помнить, что Тора не принадлежит только религиозной части населения. Тора – это наследие еврейского народа, и каждый еврей может воспользоваться ее мудростью. Если ценности Торы будут восприняты и претворены в жизнь, то, несомненно, это поможет обуздать человеческие страсти, как это гарантирует сам Творец. Вернемся к нашей основной теме. Мы упомянули, что когда ребенку делают замечания, это должно быть из любви к нему. Мы всегда должны себя спросить, какова цель нашего воспитания. Приводит ли данное действие к этой цели? Ребенок воспринимает наши слова, усваивает их. Как известно, в Торе есть 4 уровня понимания. Простой смысл, намек, анализ и скрытый смысл. В главе Шмини книги Ваикра Тора рассказывает, что после трагической смерти 2 сыновей Аарона, Господь говорил с Аароном и его 2 оставшимися сыновьями и дал им указания, как они должны теперь поступить. Дальше говорится, а козла, принесенного в грехоочистительную жертву, стал искать Муше, и выяснилось, что его сожгли. И рассердился на Элазара и Тамара, оставшихся в живых сыновей Аарона, говоря, почему же не съели вы мясо грехоочистительной жертвы в святом месте? Ведь эта жертва святая святых. Мы сейчас не будем разбирать тонкости галахического вопроса, который здесь обсуждается. Однако наши мудрецы отмечают, что здесь дается намек. Даже в ту минуту, что ты сердишься на ребенка, как надо с ним говорить? Эти слова, почему же не съели вы мясо грехоочистительной жертвы в святом месте, кроме простого смысла, имеют еще и намек. Есть разные способы раскрыть намеки, например, аббревиатуры, чтение с равным шагом. У нас вышел отдельный фильм о кодах Торы, советую посмотреть тем, кого эта тема заинтересовала. Так вот, если взять первые буквы каждого слова из этой фразы и сложить их вместе, то получится вместо критического замечания, которое сделал сыновьям Аарона Муше, следующие слова. Давайте посмотрим вместе. Мем ламед алеф, алеф гей бет гей. Прочитаем теперь, что получилось. Мале агава. Полный любви. Даже когда он сердится на них и рассердился на Элазара и Тамара, оставшихся в живых сыновей Аарона, Тора говорит, что он на них сердился, он их ругает, но в его сердце великая любовь к ним. Это главное правило воспитания детей. Если в минуту гнева мы забываем о любви, нами управляют только наши нервы, то результат такого воспитания будет разрушительным. Если критика делается из любви, то она никогда не выйдет из допустимых границ. Мудрецы рассказывают интересную вещь. В трактате о постах на 24 листе написано следующее. Рав как-то попал в один город. Рав – это один из великих амараев, ученик Раби Иуда Наси, автора Мишны. И вот он был в каком-то городе и установил пост по случаю засухи. Но дождь не пошел. Он установил пост для всех евреев, живших в этом городе, чтобы они молились о возобновлении дождей. Но это не помогло. Дождь так и не пошел. Тогда один из тамошних евреев подошел к Амуду, чтобы вести общественную молитву. Это после того, как дождь не пошел. И сказал слова из молитвы. «Благословен посылающий ветер». И сразу задул ветер. Потом он продолжил. «И спускающий с неба дождь». И начался ливень. Собрались тучи, и начался сильный дождь. Тогда Рав был восхищен. Ничего себе! Благословен посылающий ветер, и спускающий с неба дождь. И начался ливень. Весь город постится, включая его самого, все молятся, и это не помогает. А тут какой-то простой еврей подходит к Амуду, и начинается дождь. После молитвы он подходит к нему и спрашивает, «Чем ты занимаешься в жизни?» Ему стало интересно, что это за человек, чему у него можно научиться. Тот ему отвечает, «Я обучаю чтению маленьких детей». То есть это всего лишь был простой учитель начального класса школы. Но я не делаю разницы между детьми бедных и богатых родителей. Тогда родители должны были платить за школу. И у кого не было денег, возникала проблема. Но этот учитель принимал к себе в класс всех. И тех, кто мог платить, и тех, кто не мог. Он говорил так, «Большинство же платит, так и я могу взять еще несколько детей бесплатно. Ведь они же тоже хотят учиться». Каждый, кто не может платить, не беру с него я ни копейки. А еще я держу у себя во дворе за пруду для разведения рыб. Кстати, в те времена не было специального здания для школы. Дети приходили учиться прямо домой к учителю.
Поэтому они называются в Талмуде «дети дома учителя». Дети приходили учиться прямо домой к учителю. И вот этот учитель продолжает свой рассказ. «А еще я держу у себя во дворе запруду для разведения рыб. И если я вижу, что один из учеников плохо себя ведет, не хочет учиться, то я подкупаю его вкусной рыбкой. То есть такого мальчика он заводил к себе в дом и угощал его на выбор разными рыбными блюдами. Кроме того, я сижу с ним и беседую и уговариваю его учиться хорошо, пока он не соглашается вернуться в класс и взяться за учебу. То есть пока у ребенка не появлялось снова желание учиться». Талмуд показывает, в чем была причина великого духовного уровня этого человека, просьбы которого Всевышний немедленно исполнял. В том, как он относился к своим ученикам. В этом отрывке содержится важное наставление и родителям, и учителям. Каков должен быть подход к ребенку, который плохо себя ведет, бунтует, не желает подчиняться? Есть строгий подход и есть мягкий подход. Рав Вольбе пишет, что некоторые приводят в подтверждение правильности строгого подхода из высказывания царя Шломо: «Жалеющий палку свою ненавидит сына своего». Вот здесь написано, что не надо жалеть палку, надо ей пользоваться для воспитания. Рав Вольбе спрашивает: «Ты уверен, что понял правильно слова царя Шломо? Посмотри, что сказано ниже: а тот, кто любит его, поучает его и наставляет. Если бы царь Шломо имел в виду, что надо только бить ребенка, то он бы написал: а тот, кто любит его, наказывает его палкой. Но здесь сказано не так. Из конца посуга ты видишь, что имелось в виду в начале. Словесные наставления – это тоже своего рода палка. Разве ребенок получает удовольствие, когда его прорабатывают? Но если правильно вести разговор с ребенком, то он чувствует себя неудобно в ту минуту, когда его ругают и наставляют. Однако он слушает. И когда ему подчеркивают, что все это говорится для его же пользы, то он усваивает, что это тоже называет. То он усваивает. И это тоже называется палка. Рав Вольбе пишет, что даже лишить ребенка конфетки – это тоже называется палка. Что лишают его какой-то сласти, которую он так жаждал получить, это тоже идет в русле поучения царя Шломо насчет использования палки. Еще приводит Рав Вольбе доказательство из другого места письменной Торы. «И взял я две палки, одну я назвал приятной, а другую – ударой». Так говорит Всевышний о воспитании еврейского народа. Значит, есть палка, которая называется как бы приятной. Сейчас мы обратимся к еще одному замечательному примеру, который приводят наши мудрецы, с целью показать нам, как можно сделать ребенка послушным. Сегодня этот вопрос живо интересует многих родителей. Как добиться послушания от ребенка? Папа говорит, но ничего не помогает. Я подметил между строк один совет мудрецов и показал его нескольким известным педагогам, когда был на одном семинаре в США. Как добиться послушания от ребенка? Как можно сделать ребенка послушным? И когда они увидели, что я нашел в Талмуде, они были восхищены. Я сам изучал это место в трактате о посвящении невесты несколько раз и не обращал внимания, какой клад здесь зарыт. На самом деле здесь скрывается чудесный совет для родителей. Как сделать ребенка послушным? Что может на него повлиять? Так учили наши учителя. Есть трое сделавших человека – Всевышний, Отец и Мать. Дальше мудрецы цитируют разные фразы из Торы, доказывающие, что все, что Тора учит делать из уважения к Творцу, является нашей обязанностью по отношению к родителям. Сказано: «Уважай Всевышнего из имущества своего». И сказано: «Уважай отца своего и мать свою». Сказано: «Господа Бога твоего бойся». И сказано: «Каждый да боится отца своего и мать свою». Человек, проклявший Бога, понесет грех свой. Проклинающий отца и мать да будет предан смерти. Одно против другого. Каждая заповедь относительно Творца имеет аналог в виде заповеди по отношению к матери, поскольку эти трое участвуют в рождении человека. Получается, что Тора учит нас, что сын, находящийся рядом с отцом, даже если тот состарился и потерял разум, все равно этот сын должен чувствовать, как будто бы он находится рядом с Богом. Что это значит? Ведь в моем рождении участвовали трое. Бог дал мне душу, а отец и мать дали мне материальное тело. И вот так надо объяснять детям в школе, чтобы они знали, что такое мама и что такое папа. Гемара рассказывает в этом месте потрясающие случаи. Например, отец одного из мудрецов попросил у него стакан воды. Причем этот мудрец был главой поколения, а его отец был простым евреем. И вот он побежал принести ему стакан воды. Но пока он бегал, его отец задремал. Что бы мы делали в такой ситуации? Хорошо, он задремал. Можно поставить стакан рядом с ним на стол и пойти по своим делам. В особенности, если речь идет про такого занятого человека, как руководитель поколения. Но этот мудрец что сделал? Он склонился к отцу, протянул руку за стаканом и застыл в этой позе, чтобы в ту же секунду, что проснется его отец, стакан с водой оказался прямо перед ним. Гемара рассказывает, что поскольку время мудреца было ему дорого, он начал обдумывать слова Торы.
И там приводится открытие, которое он сделал в Торе в эту минуту. Вся эта история рассказывается только как предисловие к этим открытиям. Из этого мы также можем понять, сколько времени он так стоял и не бездельничал, учился, как перед царем. Царь попросил его. Как сказано, трое компаньонов в человеке. Что значит трое компаньонов? Если мы втроем купили стол, значит он принадлежит нам троим. И не то, чтобы родители должны были так чувствовать по отношению к ребенку, но ребенок должен так чувствовать по отношению к родителям. Ведь они компаньоны Всевышнего, я им всем обязан. Вот это инструкция. Дальше, говорят мудрецы, приводят Барайту, в которой сказано, Раби говорит, Раби это Раби Иуда Наси, автор Мишны, открыто Творцу мира, что сын уважает мать больше, чем отца, поскольку она его уличает своими словами. Есть пасук, в котором сказано «Уважай отца своего и мать свою». Отец здесь на первом месте. В другом месте сказано «Каждый да боится мать свою и отца своего». Мать на первом месте. Почему так? Объясняет Раби Иуда Наси. Открыто Творцу мира, что сын уважает мать больше, чем отца, поскольку она его уличает своими словами. Она с ним мягко разговаривает, поэтому он ее больше уважает. Поэтому поставил Всевышнее уважение к отцу перед уважением к матери. «Уважай отца своего и мать свою». Говорится ребенку, что отец не меньше матери достоин уважения. Несмотря на то, что по природе он склонен уважать мать больше и открыто Творцу мира, что сын боится отца больше, чем матери. Почему же так? Потому, говорит Раби, что отец его учит Торе. Вот почему страх перед матерью поставил Всевышний в начале, а страх перед отцом на втором месте. Каждый да боится мать свою и отца своего, чтобы сын понял, что мать важна не меньше отца. Я учил это место Талмуда много раз. И когда был учеником Ешивы, и потом, но только недавно, хочу вам признаться, я обратил внимание на слова, потому что он его учит Торе. Ведь здесь же записан прекрасный психологический совет. Что вызывает у сына такое особое уважение к отцу? То, что он его обучает Торе. То, что он его обучает Торе. Именно это. Отсюда следует, что даже если этот ребенок ходит в школу, и там он тоже учит все эти предметы, Тору, Мишну, если ты отец, и ты хочешь, чтобы дети тебя слушались, найди время поучить с ним немного Торы, немного законов, немного Мишны, немного морали, посиди с ним. Так же, как в Ешиве принято учиться в парах, ребята сидят попарно и изучают Талмуд. Так же и ты со своим сыном. Пускай даже 5-10 минут в день. Сколько ты можешь? И это учеба. То, что ты передаешь Тору своему сыну, это чудесный совет. Как привить ему послушание. Так учат наши мудрецы, и тот, кто попробует притворить его в жизнь, убедится, что это работает. Сейчас мы не будем в это углубляться, но факты об этом свидетельствуют. 5 минут побыть и поучиться с ребенком. Это прекрасный совет, как создать здоровый и крепкий контакт с ребенком и привить ему послушание. Эти признанные специалисты по воспитанию детей были в восторге от моих выводов. Они признали, что тоже учили это место в Талмуде и не обращали внимания на то, что здесь сказано. Под конец упомянем еще одну важную вещь, о которой уже говорилось ранее. Первая часть пасука «воспитывая ребенка согласно пути его». Цель, даже когда состарится. Что значит «согласно пути его»? Каждый родитель и учитель обязан разобраться в исключительности данного ребенка. Невозможно весь класс стричь под одну гребенку. То же самое относительно нескольких детей в одной семье. Если ребенок обладает мягким характером, с ним надо говорить мягче. Если ребенок самоуверен, с ним надо быть тверже. Здесь мягкость не поможет. Если ты будешь говорить с мягкотелым ребенком слишком сурово, ты можешь повредить его душе. А со своенравным ребенком говорить мягко не даст никакого результата. У некоторых детей заметны признаки жадности. С ними надо говорить о щедрости. У других детей проявляются признаки расточительности. С ними надо говорить об экономности. Мол, нужно беречь деньги, не растрачивать их, иначе, когда вырастешь, от твоей зарплаты ничего не останется. Бывают дети, которые, получая в подарок мешочек с конфетами на день рождения, по дороге из садика все раздают, себе даже ничего не оставляют. И это повторяется из раза в раз. А бывает наоборот. Когда мама делает генеральную уборку на Песах, она обнаруживает спрятанный им мешочек с конфетками с дня рождения. Даже сам малыш не осмелился к нему притронуться. Настолько у него развита жадность. Значит, надо познать ребенка, изучить его особый путь, и направлять, и воспитывать его согласно этому пути. Вот в чем состоит простой смысл этого пасука. Но Вильнинский Гаон говорит, что здесь скрывается также очень глубокий смысл. Он цитирует трактат о субботе, где говорится, что если человек родился под знаком Марса, там Талмуд подробно объясняет связь между звездами и личностью человека. Так вот, Вильнинский Гаон приводит оттуда пример насчет родившегося под знаком Марса, что он, мол, будет проливать кровь. А именно,
или он будет врачом-кровопускателем, или он будет делать обрезание, или будет резником, или же убийцей. Объясняет Вильнский Гаон, что здесь не имеется в виду предсказать будущее этого человека, а скорее дать инструкцию по его воспитанию. Согласно этому пасуку из книги Мишлей «Воспитывай ребенка согласно пути его», говорит Вильнский Гаон, здесь скрыто великое руководство по воспитанию. Если ребенок родился с определенным характером, не пытайся изменить его характер так, как тебе бы хотелось, потому что этого у тебя не получится. Таков его характер. Ничего не поделаешь. Если ты хочешь воспитывать его правильно, возьми его природные навыки и направь их в положительное русло. Поэтому, говорят наши мудрецы, если он родился под знаком Марса, это будет заметно в характере ребенка. Один ребенок, даже если он чуть-чуть поцарапается и у него выйдет капелька крови, начинает жутко кричать и звать на помощь. Пока ты не положишь ему на ранку несколько пластырей и не перевяжешь в несколько слоев, он не успокоится и не пойдет спать. А другой ребенок не успокоится, пока не забросает камнями 5 кошек за один день. Видно сразу, что он родился под знаком Марса. И ведь его этому никто не учил. Его родители вполне миролюбивые люди. Но он такой, любит кровь. Это называется родиться под знаком Марса. То же самое и у взрослых. Бывают люди, которые боятся стоять рядом с Моэлем во время обрезания. Другие, наоборот, не понимают, в чем проблема. Резать животных, делать обрезание. Никаких лишних чувств. Это не является недостатком. Так же, как и обратное. Просто каждый получил от Творца свою особую природу. Человек мягкосердечный не должен на себя злиться, потому что он такой чувствительный. А человек, которого трудно разжалобить, нечувствительный, он может без проблем участвовать в опознании трупов жертв катастроф, тоже не должен сердиться на себя. Почему я такой? У каждого есть свои качества. И в этом состоит совершенство сотворенного мира, в котором Творец сделал разных людей, разные качества характера. И в этом проявляется совершенство, что каждый человек может развивать свои индивидуальные качества, свои таланты и способности. Главное – правильно направлять. Если речь идет о ребенке с таким характером, учат наши мудрецы, направь его по правильному пути. Что это значит? Пускай выучится на хирурга. Да, он будет пускать кровь, но на пользу людям. Пускай выучится на кровопускателя. Раньше это был распространенный метод лечения. Это тоже на пользу людям. Пускай будет резником, моэлем, пускай помогает выполнять заповеди. Если же не то и не это, он может стать убийцей. Говорит Гаон, здесь дается инструкция родителям. Но не только родителям, но и нам. Как нам воспитывать самих себя? Говорит Гаон, это тоже важное правило для тех людей, которые страдают неприязнью к самим себе, завидуют другим. Это ошибочно. Человек должен радоваться тому, что ему дали свыше. Некоторые люди очень открыты. Другие, наоборот, закрыты интроверты. Закрытый человек завидует общительному. Ведь вокруг него всегда полно людей. А я всегда где-то в сторонке, никому не интересен. Но когда выйдешь на откровенный разговор с компанейским человеком, он признается, что завидует интроверту. Куда бы я ни пришел, я обязан всех развлекать. Вот он такой тихий, ему живется спокойно. Трава соседа всегда зеленее. Почему же так? Если ты стоишь на балконе и смотришь на газон соседа, издали, под определенным углом, тебе его трава кажется более сочной. Но если ты купишь его квартиру и усядешься на его газоне, ты увидишь здесь прогалину, там прогалину. Так устроен мир. Когда ты смотришь издали, ты этих мелочей не замечаешь. Главное правило – человек должен радоваться тем качествам, которые он получил от Творца, и направлять их в положительное русло. Если ты общительный, радостный человек, окажи влияние на окружающих в хорошую сторону. Организуй уроки Торы, поведи людей за собой. Ты можешь многое сделать. Если же ты тихоня по натуре, ты можешь вызвать людей на откровенные беседы. Можешь их успокаивать, умиротворять. Другие этого не умеют. Каждый человек должен увидеть свои преимущества и построить себя. И по отношению к себе, и по отношению ко Всевышнему. Я хочу пожелать всем участникам нашей лекции и всему еврейскому народу, чтобы мы преуспевали в воспитании наших детей и радовались их успехам.